Кто такой Ричард Кромвель? Он сама история. Первый человек, родившийся в космосе. Его рождение знаменовало конец золотого века космических исследований. Новый век стал известен как эра колонизации. Была основана лунная колония, и в скором времени произошло первое убийство в космосе. В результате ИИ войн экономика Земли перестала существовать. Целые континенты остались без энергии и информации. Вступил в действие всепланетный запрет на искусственные интеллекты. Легендарному Ричарду Кромвелю было всего 10 лет, когда он подписал соглашение сектора Земля. Маленький мальчик – символ стремления человечества к цивилизованному мирному будущему. Кто такой Ричард Кромвель? Он был моим отцом. В день, когда я родился, он купил на мое имя акцию «Орбитальный акционерный». Сегодня она стоит в 13 тысяч раз дороже. Это был 2067 год, год, когда мы обнаружили пространственную воронку. Моего отца назначили капитаном Ноева ковчега. По сей день я не могу забыть благоговение, которое этот корабль внушил мне. Он улетел, когда мне было 10. Примерно в то же самое время я решил, что буду астронавтом. У меня появилась мечта, но я потерял отца. Как только я окончил академию, я записался во флот Федерации. Как выяснилось, худшего времени я бы не смог выбрать. ОИМП, орбитальная акционерная, Аэроспейс, одна за другой колонии мегакорпораций откалывались от Союза. В академии знали, к чему все клонится. Это была очень странная война. Люди убивали друг друга, брали деньги, которые заработали, и швыряли их на ветер. Это была не наша война. Мы были не более чем просто солдаты пехоты. Открытый космос – спокойное место. Мой корабль подбили в стычке неподалеку от Фобоса, и 10 земных лет я кружил по орбите вокруг красной планеты в облаке космического мусора. Подо мной пылала марсианская война, и я мог только пялиться. Глаза у меня замерзли, как стекло. Я не считаю чудом, что в конце концов меня нашли. Меня спасли и реанимировали. Никому не было дела, за кого, собственно, я сражался. Я стал героем в войне, которую мы проиграли навсегда. Космос изменился. МКА больше не имеет влияния за пределами орбиты Луны. Флоты корпорации и нелегальные ИИ контролируют всю внешнюю часть Солнечной системы. Из-за колонизационного бума опытных капитанов все время не хватает. SpaceTech сделал мне предложение. Я принял его. Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы играем в Nexus. Инцидент на Юпитере. Когда-то эта игра должна была стать Imperium Galactica 3. Такая 4X стратегия, которая загнулась на третьей части, которая стала Нексусом. Вот. Но что-то пошло не так. Или пошло так, в зависимости от того, как мы это воспринимаем. И Нексус стал более таким мухомолдообразным. Что неудивительно, смотря на время, когда он был создан. Это... Ну, то есть, 2004. Четвертый год, это Homeworld серия была практически рядом, ну и, собственно, они пошли по интересному тренду и сделали весьма хорошую игру, надо сказать. Вот.
собственно, большая честь и хвала движку Black Sun Engine, потому что она до сих пор позволяет играть в эту игру без проблем и без особых усилий. И на современных разрешениях, если честно говоря. Вон, десктоп ставим, увеличиваем этот самый масштаб интерфейса, и все. И оно работает. R работает. Вот. Так что давайте попробуем и начнем. Как она играется вообще сейчас? Уровень компании. Давайте я буду опытным. Маркус Кромвель. Журнал капитана. 3 сентября 2111. Вышли из сектора Земля. Направляемся к Юпитеру. Впереди почти 8 месяцев полета. По дороге мы должны забрать 2 грузовых корабля SpaceTech. Они ждут на орбите Луны. Меня назначили начальником конвоя. 5 сентября 2111. Встреча с грузовиками состоялась. Команды у них немного, но оба капитана заткнут за пояс целый экипаж по части ругани. Это будут очень долгие 8 месяцев. К счастью, к нам присоединится систершип 12-го стилета, Хокинг. Он ходит под флагом МКА, но капитан Фрэнсис Делорейн – мой старый друг. 7 декабря 2111. Я пришел на фирму 3 года назад. С тех пор случилось многое. Карантин на Марсе, кризис на Цересе. Интересно, назовут ли эту миссию несчастным случаем на Юпитере? Декабря 2111. Хокинг прибыл с опозданием на 2 дня, как досрочный подарок к Рождеству. Фрэнсис совсем не изменился. Рад видеть старика. Февраля 2112. Похоже, я рано радовался. У нас еще есть возможность стать несчастным случаем на Юпитере. Спутники-шпионы SpaceTech передают какие-то тревожные изображения. Внимание привлекает недавняя деятельность синдиката Кисаки. Я подозреваю, Фрэнсис не случайно попался нам по дороге. Хорошо, что МКА на нашей стороне. Марта 2112. Получили окончательные инструкции. План миссии – разведка, шпионаж. Технологическое совершенство синдиката Кисаки пугает мегакорпорации. По данным нашей разведки, источник их волнений продвигается к научной станции на Шукенье, сектор Юпитер. Наша задача – держать станцию под наблюдением. Нам могут даже отдать приказ о диверсии или вооруженном налете. Ни одна из существующих корпораций не отказалась бы сунуть нос в секреты синдиката. Ситуация накаляется. Столкновение практически неизбежно. 20 апреля 2112. Прибыли в сектор Юпитер. И скоро будем на Европе. Конвой направляется к станциям-близнецам Санфлауэр и Микеланджело. Получили с базы код красный. Это означает корпоративные меры безопасности высшего уровня. Красота-то какая. Передали. Все, конечно, текстурами, без бампов всяких. Но, тем не менее, детализация хорошая. Станция Микеланджело приветствует конвой ТТС-24-7. Вы достигли зоны прибытия. Добро пожаловать в сектор Юпитер. Благодарю вас, Микеланджело. Конвой отозван. Передаю корабли под ваше руководство. Поверить не могу. Я говорю с самим капитаном Кромвелем. Все только и говорят о вашем возвращении на станцию, сэр. Нечасто нас здесь навещают знаменитости. Как прошел ваш полет? Полет? Да превосходно, черт возьми!
Самое захватывающее событие за 8 месяцев – засор в туалете. Ну, прекрасно. Ага, хорошо. Справа... Я передала вам координаты всех кораблей. Пожалуйста, придерживайтесь означенной области навигации. Не приближайтесь к астероидам. Уровень тревоги второй. Минные поля установлены. Повторяю, минные поля установлены. Микеланджело, объявлен красный уровень тревоги. Да, капитан, я знаю, капитан. Несколько дней назад произошла авария, в результате которой погибло 4 человека. Поэтому уровень проверки вновь прибывших был повышен. Санфлауэр готов принять вас, сэр. Удалить ее от него можно использовать колесико мыши или путем. Что-то двойная мышка, да, работает, но не так хорошо, как колесико. Так, окей. Хокинг, стилету! Мы оставляем конвой и продолжаем движение к базе МК. Рад был прокатиться с тобой, Маркус. Заходи, когда в следующий раз окажешься поблизости. Я с нетерпением буду ждать реванша. Не можешь же тебе все время вести. Ловлю тебя на слове, Фрэнсис. Хотя на реванш можешь даже не надеяться. В стратегосе все зависит от тактического мышления. Везение здесь ни при чем. Ха-ха-ха! Это мы еще посмотрим, капитан! До скорого! Конец связи! Счастливо, Хокинг! Нарвал стилету! Спасибо за эскорт, капитан! Путешествовать с вами большая честь! Надеюсь, наши пути еще пересекутся! Стилет, направляйтесь к означенной навигационной точке. Исполняет Сирин. Отправляйтесь в указанный пункт. Стилет. Вот мой стилет. Нарвал вызывает моллюска! Эй, Фрэнк! Мы направляемся к базе Sunflower! Увидимся в кантине на следующей неделе! Точно! Почешем языком за парой кружечек! Может быть, ты хоть в этот раз будешь достаточно трезвым, чтобы поддерживать разговор? Черт возьми, Фрэнк! Ты же в эфире! Или давай уж вспомним случай, когда ты соревновался с тем лейтенантом, кто больше выпьет, а потом разделся до... Ну ладно, ладно. Поговорим с тобой с глазу на глаз. Конец связи. Интересная система вот это вот ориентирование. Так не, вообще не выглядит, что есть какая-то плоскость, на которую все ориентируется, честно говоря. Тут объекты поставлены как поставлены. Дальше тут довольно свободная камера, которая позволяет что-то делать. Базы Sunflower вызывает стилет. Пожалуйста, подтвердите прием. Кодировка принята. Прием нормальный. Внимание, стилет. Активировано защитное минное поле вокруг базы. Следуйте за нами. Прием. Вас понял, патрульный. Можете начинать движение.
Мы догоним вас. Куда? Санфлауэр, да? Посмотреть, что тут где-то темно, не видно нифига. Вас понял. Стилет, ожидайте на месте. Мы достигли минного поля. F3. Принято! На позиции! Смотрите, как классно прям. И дизайн такой, как будто космическая Одиссея 2010. С вот этим вот крутящимся моментом. Ждите здесь, пока минное поле не будет деактивировано с базы. Да-да. Деактивация закончена. Вы можете проследовать к базе. Принято. Стилет? Да, патрульный. Вот это да. Надо же было именно сегодня выйти в патруль. Компания построила как минимум 50 судов класса «Стилет». А этот был самым первым. Он им как прадед. Ну ты и пилот. Ты хоть служил на корвете класса «Стилет»? Нет, сэр. В нашем секторе только два легких корвета. Капитан, сэр, вы Маркус Кромвель? Ты заходи, когда освободишься. Покажешь, что у вас здесь интересного. Спасибо, сэр. Непременно, сэр. Сэр, можно вас пригласить в кантину? Для меня будет честью лично встретиться с самим Маркусом Кромвелем. Конечно, если у вас есть время, сэр, то есть я ни в коем случае не навязываюсь, сэр. Я просто... С удовольствием. Я сам когда-то начинал как пилот. Внимание, Стилет! Одна из мин не была деактивирована. Я обозначил ее для вас. Уносите оттуда ноги. Окей. Конечно, унесу ноги. Конечно, надо пройти. Все в порядке. Мне удалось ее деактивировать. Кризисная ситуация предотвращена. Вы можете расслабиться и продолжать движение к базе. Да, расслабишься тут с вами. Все еще не активированы вот эти вот кнопки, которые снизу. Довольно интересно. Добавлено, что мне возвращают всегда в таком, скорее, вот такое вот базовое расположение этого корабля. Стилет вызывает базу Sunflower. Спасибо за предупреждение. Каковы последние новости? Из-за событий на Марсе корпорация наложила глобальное эмбарго на Аэроспейс. Но в секторе все тихо, сэр. На базу ОИМП прибыл тяжелый корвет класса «Ятаган». На Земле ракеты выиграли весенний чемпионат. Вот и все новости. Понятно. Вы не могли бы связать меня с полковником Финном? Запрашиваю зашифрованный канал. Конечно, сэр. Минуточку. В
очень долгая прелюдия. Говорит полковник Финн. Здравствуйте, Кромвель. Я рад, что вам удалось добраться целыми и невредимыми. Мы вас ждали. Ей, мы прошли первую миссию. Наши потери, нету ничего. Давайте дальше. Добро пожаловать, капитан Кромвель. Мы уже установили на легкие корветы Санфлауэра спутники-шпионы, которые вы доставили несколько дней назад. Результаты многообещающие. Значительно повысился радиус сенсоров. Один из них уже получил очень полезную информацию. Вам удалось найти и идентифицировать грузовой корабль «Ронин» синдиката Кисаки. Такие классические. Ближние космофантастические. Летит прямо к базе Шукенья. У Микеланджело не остановится. Ага. Капитан, ваша задача встретиться с кораблем в заданных координатах и проверить его груз. В донесениях говорится, что Ронин не вооружен. Никакого эскорта не обнаружено. Звучит как... потенциальное место для опасности. Это мы, ты и Питер. Интересно, кстати. Красоты какие-то. Так, подожди, это же Юпитер, правильно? Каллисто, Ганимед. Там же у него полно-полно этих спутников, прям. Что ого-гошеньки. Ух, просто полную солнечную систему можно наблюдать. Это весело. Причем мы никогда что-то не будем использовать. Он просто есть. Это, по-моему, мод сейчас показывается. Ну, то есть я в мастерской Стима поставил мод на улучшение текстур планет, чтобы они выглядели чуть более по-современному. Да. Венера была дальше. Где там Земля? Нет. Земля. Ох, красавица-то какая. Тут бы еще спутничков всяких, но все равно. Не принципиально. И так великолепно. Где-то Марс. Марс. Это просто астероидное поле, допустим. Хотя там должен быть большой пояс, скажем так. На Марсе остановились. Ах, красиво-то как. Красота какая. Фобос Деймос. Два булыжника. Не то, что наша красивая планета... Луна. У нас фактически система двойной планеты образовалась.
Так, что тут у нас такое? Дальше всякой неинтересности. Леопатра, Веста, какие-то булыжники. Икея, Джана. Это что у нас такое, кстати, Марс, да? Юпитер мы тут смотрели. Теперь Сатурн. Там где-то шляются всякие. Даже неинтересно. Ну, как есть, да. До Сатурна мы особо не долетели, поэтому фотографии расплывчатые. Вообще никогда не видно. На самом деле Луна самый большой спутник. Там только юпитерианские вот эти вот Ганимед, Каллисто, что-то там такое. Ну, короче, Европа. Вот это вот все. Может сравниться. И даже Титана, который там. На котором человек теоретически может находиться в простом. В простой. Газовой маске, не скафандре, а там, не знаю, как аквалангист. Но тоже не очень, как бы, не очень большой. Ну и что там у нас? Это очень прикольная штука, по которой можно смотреть, что происходит. Толку от нее, правда, не особо. Но зато офигеть, как залипательно. Это вот все вот эти вот космологические программы, так сказать. Они... На этом же и работает. Тут бы еще покрутить как бы как-нибудь. Время ускорить что-нибудь в этом роде. Ну ладно. Астрономические, тактические, да. А, вот, кстати, тут можно тыкаться. Ага, смотрите, да. Прекрасно, да, как. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Поехали. Приближаемся к точке, указанной зондом. Ронин должен вот-вот появиться на радарах. Обнаружен неизвестный объект. Сильные сенсоры. Принято.
обнаружили неизвестный объект. Возможно, это Ронин, но подтверждения пока нет. Да, сэр. Да, сэр. Ты ведь движешься туда, правильно? Вроде движение происходит. Объект опознан как Ронин. Вывести его на экраны. Ага. Неизвестный корабль передал данные опознавания. Похоже, это Бихимосу, грузовик Кисаки, сестершип Ронина. Обнаружена странная энергетическая структура. Если это контейнеровоз, то он несет на борту что-то необычное. Не может быть, сэр! Это не грузовик! Что-то происходит. Уровень его энергии резко возрастает. Наши радары не работают. Держите себя в руках. Анализируйте информацию. Это двигатель, сэр. Похоже, он основан на принципе, о котором я даже... капитан, это невозможно. Мы не можем... То есть, такая технология просто не может существовать. А, ну тогда кто-то забыл сказать об этом Кисаки. Продолжайте преследовать Ронина. Нам нужно побольше разузнать обо всем этом. Грузовой корабль «Ронин». Вас вызывает военно-патрульное судно «Стилет». Приказываю немедленно остановиться. «Стилет! Это Ронин! Не приближайтесь! Это наше личное дело!» Согласно земному договору, перевоз контрабанды запрещен. Параграф 28, пункт С договора дает нам право на досмотр вашего груза. «Немедленно остановитесь!» Отказ от досмотра будет расценен как препятствие должностному лицу. У вас нет права досматривать нас. Любая попытка проникновения на корабль будет расценена как пиратство. Вы готовы рисковать мирным договором между нашими корпорациями, Стилет? Немедленно остановите двигатель, или мы открываем огонь. Сэр, Ронин не замедлил движение. Сделать предупредительный выстрел. Открывать корпус со всеми. Да, сэр. Не работает. Вас понял. Прекратите огонь! Мы сдаемся! Я рад, что вы передумали. Приготовьтесь принять группу инспекторов. Мы не допустим вас на борт! Мы распылим вашу шлюпку на атомы! Посмотрим, Ронин. Посмотрим. Задание выполнено. Это фонарь уже, что ли? Корпус, да? А это приборы.
Зенитное оружие уничтожено. Ронин готовит отряд файтеров. Сколько же оружия понапичкано в этот чертов грузовик? Сэр, они атакуют нашу зенитную пушку. Они ее уничтожат. Вас понял. Колбасит, и мы колбасим. Именно тут у вас. Да вроде нормально же. Тут чуть-чуть осталось. Солдат, помимо ожидаемого контрабандного оружия, они везут большое количество очень странного оборудования, гораздо больше, чем может понадобиться исследовательской станции. Мы обнаружили контейнеры, сделанные из незнакомого мне сплава. Похоже, они поглощают энергетические лучи. Наши сканеры не могут проникнуть через стенки контейнеров. Мне неизвестен ни один материал с такими свойствами. Доставьте на корабль все, что сможете. Мы уже собрали образцы, сэр. Конец связи. Давайте, забирайте. Поехали обратно домой. Миссия выполнена, сэр. Разрешите стартовать? Стартовать разрешаю. Направляемся к базе Sunflower. Так точно, сэр. Отлично. Поехали дальше. Вон, там даже дата меняется. Сейчас мы будем воевать. Капитан, мы принимаем сигнал СОС с базы Кисаки. Уверен, вы понимаете, что это дает нам уникальную возможность. Договор сектора Земля разрешает спасательным командам пренебречь правом частной собственности. Ваша задача – доставить спасателей на базу. Другие фирмы тоже откликнулись на сигнал бедствия, так что будьте готовы к контакту. Важно, чтобы наша команда первой попала на базу. Используйте все необходимые средства. Повторяю, все средства, капитан. У вас полная свобода действий. Да ну.
А тут можно посмотреть, что у нас. Тут герой какой-то есть, персонажи прям. Конфигурация. Но это, скорее всего, на базе можно будет менять потом. То есть даже два свободных места. Что у нас тут еще? Первая часть инструкции. Кино. Маркус. А, не, это не то. Личный журнал. Факты. Колония тихо. Ага. Даже интересно. Так, окейшки. Ну что? Воу-воу-воу-воу. Куда это нас отправили? Мы находимся здесь, Солнечная система. Ладушки. Верните меня обратно, пожалуйста. Ой. А, супер. Ага, давайте, поехали. Астероиды мешают работе наших сенсоров. Мы не видим других кораблей. Использовать активные сенсоры. Я не хочу угодить в ловушку. Ясно. Сэр, мы принимаем сигналы. Их источник где-то рядом. Похоже, неподалеку идет сражение. Где я? Пойдем тебе, печенегов. Вас
приятно. Это у нас такое, а? Лазер момент. Надо срочно уничтожить. Так точно, сэр. Так точно, сэр. Назначенное устройство не действует. Нашим приборы, приборы. Нам дольше не продержаться. Начинаем эвакуацию. Попробуем добраться к тебе на корабль. Подожди. Я приму команду над оставшимися файтерами Хокинга. Поступил точно так же. Вот бы эти самые иконочки вместо этих самых названий. Yeah.
все можно тупо расстреливать, там, разваливать и так далее. Валим просто. Назначенное устройство не действует. Назначенное устройство не действует. Сэр, мы потеряли штурмовой отряд. Мы не можем проникнуть на базу Шукения. Черт, как это мы потеряли? А, нет, нет! Черт побери, я увлекся. Нельзя было им пользоваться. Тут еще оказывается такая хрень, блин, а? Спасите Хокинг, дальше давай. А, подожди. Загрузить. Это рановато, нет? Не кажется? Ну давайте, да, я понял, понял. Давайте попробуем пройти это. Это все-таки не оно. Вам не кажется? Приближаемся к точке, указанной зоны. Нет, загрузить. Вот, по-моему, наверное, это. Да-да-да, поехали, поехали. Капитан, мы принимаем сигнал СОС с базы... Да, мы это уже слышали. Сэр, астер... Да, мы не видим других кораблей. Билет, не вмешивайтесь! При нарушении приказа открываем огонь! Маркус, старый друг, сколь отрадно тебя видеть! Ты должен помочь нам! Ты же союзник МКА! Вместе мы справимся! Это же Фрэнсис! Его преследуют два ятагана! Сэр! Денджерос разворачивается к нам! Противника! Да, сэр! Мне кажется, что все-таки надо... Принято! Я не знаю. Мне кажется, что нам надо в первую очередь. Так точно, сэр. Так, вначале надо вывести зенитки, а потом уже тупо... Тревога! Мы атакованы! Вас понял. Что там у тебя есть? Зенитки есть? Просканировал, да? Thank you.
зенитной системы. Ванам зенитной системы срочно. Модули, они работают. Давай, 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 давай. I know you can do this. Так точно, сэр. Назначенное устройство не действует. Так, все. Чем дальше? Да, сэр. Чтобы не у нас. О, ой, у нас тоже оружие не действует. Гибрид, смотри, да. Окей. Ладно, я понял, где.
потом еще щиты появятся в определенный момент компании. И там вообще начать нужно щиты снять или как бы так. А потом уже доламывать кораблик. Не вижу, чтобы он на безбрежном. А, вот здесь вот. Да. Поломаем его сейчас все. Надо ему оружие вынести нахрен, а то, блин, обоим этим. Зенитки вынесли, блин. 100% ПВКРУ 0. Это хорошо или плохо, не знаю. Что там дальше? Прошло 3 дня. Плохо, когда нету гиперпространства, да? Эльварп двигателей. Прибыли в назначенный район, сэр. Не можем найти базу. Наши сенсоры дальнего действия еле дышат. Астероиды мешают им работать. Калибрую схему трассировки. Блядь, извините. Схема трассировки готова. Загружаю координаты. Это, кстати, прикольно, то что в космосе ты не починишь, а вот... Хреново, конечно, да? Обнаружены энергетические следы, похоже на сражение. Источник неизвестен. Подбираем молекулы чего-то вроде оболочки.
обнаружен кусок экрана слежения, предположительно с корабля размером с корвет. Других обломков не обнаружено. Один и тот же человек, вроде как. Да, сэр. Причем тут даже сохраняется где-то там покоцанное. Мне так кажется. Нет? Нет? Сэр! Мы поймали фрагмент какого-то аварийного сигнала. Вскоре после этого сообщение прекратилось. Наши сенсоры сходят с ума, сэр. Капитан, у нас мало времени. Давайте исследовать навигационным точкам. Где вы там что поймали? Непонятно. О, прикольно, смотрите. Обнаружена станция, сэр. Похоже, она в целости и невредимости, но на наше приветствие не отвечает. Пожалуйста, капитан, нам надо спешить. Поблизости могут быть другие корабли. Если кто-то кроме нас доберется туда первым, наши ученые нам этого не простят. Автоматическое сообщение. Вы на частной территории синдиката Кисаки. Покиньте ее немедленно, или мы откроем огонь. Обнаружена платформа, сэр. Тягаче синдиката Ашигару. Некогда копаться в обломках. База сейчас для нас важнее. Но, сэр, мы зафиксировали аварийный сигнал. Сообразно договору сектора Земля, мы обязаны помочь. Могу ли я... Забудьте, лейтенант, на станции люди в опасности. Сигнал связи тягача очень слаб, сэр. Не уверен, что его расслышит еще кто-то. Предлагаю подойти поближе и выслать спасательную команду. Жду ваших приказаний, сэр. Так точно, сэр. У нас всего 3 штучки, поэтому нельзя ими разбрасываться. Заморочились, да?
Ну. Команда покинула шлюз. Десант капитану. Готовимся войти внутрь. Эта баржа изрядно побита. Уцелевших пока не видно. Продолжаем поиск. Взятка, конечно, такая эпичная. Десант капитану. Нашли уцелевшего. Повторяю, здесь есть один живой. Он похоронен под кучей обломков. Постараемся его вызволить. Капитан, я Юрий Карамуто, борт-инженер астероидного тяготя Ашигару. Система защиты станции открыла по нам огонь. Боюсь, что-то неисправно. Пожалуйста, осторожнее. Что вы можете рассказать об этой системе защиты? Станцию охраняют секретные орудийные платформы. О внутреннем кольце я знаю только, что оно служит для предотвращения вторжений вражеских файтеров. Платформы внешнего кольца оборудованы ракетными установками и пусками массового поражения. Могу сообщить координаты. Платформы действуют автоматически, сэр. В активном состоянии они расстреливают все, что движется. Дезактивировать их можно с помощью передатчика со специальным кодом, но таким устройством оборудованы только бетл-сыпы, синдиката и сама станция. Сэр, наши поиски выявили слабое место в защитном кольце. Если зайти со стороны того кольца астероидов, можно использовать их как прикрытие. Район держит под прицелом только одна платформа. Это, конечно, непросто, но возможно. Какого? Давайте херакнем, что ли, туда. Вас понял. Это точка. Тревога! Ракета приближается. Рэп-рэпа, да. Тревога! Ракета приближается. О. Внимание! Идентифицирована платформа противника. Найдена платформа противника. Тревога! Ракета приближается. Тревога! Ракета приближается. Тревога! Ракета приближается! Тревога! Ракета приближается! Здесь какая? Тревога! Ракета приближается! Энергопитания недостаточно! Устройство отключено! Сэр, мы обнаружили поврежденный бэтлшип Кисаки, опознан как корвет Буши. Выглядит так, словно его тоже атаковали платформы. Вот оно, чем я получу. Тревога! Ракета приближается!
понял. Тревога! Ракета приближается! Тревога! Наши эскадрильи атакованы! Тревога! Ракета приближается! Энергопитания недостаточно! Ой, сейчас мы сумеем. Тревога! Критическая целостность корпуса! Вы долго думали, прежде чем сказать правильное слово. Принято. Это как-то... Корабль деактивируется. Ну что же, дорогие товарищи, это было прикольно. Хорошая игра, мне нравится. Такая. Даже не знаю. Homeworld 2 прям так вот по жести, такая смесь гегемонии и Homeworld 2 модули. Реалистичные корабли, там прочее, такая вот штука. И... Астероиды мешают. Да. Реалистичные корабли, такой космос, который старается быть более реалистичным. И как бы так... выглядит все это до сих пор шикарно. Хоть это и игра 2004 года. Ну, понятно, что вот тут вот эти астероиды, они такие вот. Вот. Но сама атмосфера вот этого такого реализма. Конечно, по сюжетной точки зрения тут намешали всего. Обнаружен. Да. Обнаружено. Хорошо. Да, сэр. Вот. Тут, конечно, такой момент, что намешали всего, всякие якудзы, там, космические корпорации, господи, чего-то только нету. Вот, и прямо сейчас хочется вернуться, нажать на пробел и получить не паузу, а большой экран с солнечной системы, как это было в Гегемонии, скажем так, или в РБ, или в Молде. Вот, но это все фигня. Вот. Потом дальше будет веселее, там мы найдем один особенький корабль, которого нам уже дали знать, вот, когда мы встретились с этим сухогрузом Ронин. И, в общем-то, будет... Сэр! Капитан! Будет от чего следить за игрой, и как, чтобы она вас заинтересует, сюжет станет более интересным. Вот, на этой базе бы какой-нибудь сериальчик бы создать прикольненький. Вот, мне так кажется. А вот эта вот система, ну вот довольно сложная система, то что вот так вручную можно делать там, чинить электронику там, тут оружие ставить. Оно, по-моему, немножко UI можно было бы улучшить, но в целом оно и так работает, скажем так. И если разобраться, вот, то что тут можно по-разному одним кораблем стрелять по разным другим кораблям, то это просто становится такой вау, тактический симулятор. Как бы. И поначалу, может быть, немножко смущает то, что у тебя есть вот такая огроменная зона свободы, но, по-моему, как бы в определенный момент все эти космические стратегии 3D-шные, они скорее больше на абстрактное мышление, нежели на реальные, на реальные расстояния. То есть, либо корабль в зоне доступа, либо нет, как бы третьего не дано, и там какое-то такое логистическое, это уже вторичное. Тут я имею в виду, что
ты начинаешь оперировать именно, что у тебя есть противник, ты, и ты определяешь, куда что стрелять. Вот. Как это, даже немножечко, так сказать, очень абстрактно и 4x RTS-на. Такие дела. Чем-то даже Endless Space в ее финальной итерации напомнила. Может быть, в Endless Space 2 такое есть. Да. Ну, в общем, так. Хорошая игра. Хорошо играется, без всяких велосипедов. И мне кажется, что если вы любите хомолдообразные игры и вообще любите космос, то Nexus Incident на Юпитере стоит попробовать. Очень жаль, что не случилась вторая часть. Не собрали на Kickstarter денег. И не продолжилась эта сага. Потому что показывали они действительно очень интересные трейлеры на эту тему. На то, что как это могло бы выглядеть. Такие дела. Для тех, кто совсем хочет больше из этой саги, то можете попробовать демку Imperium Galactica 3. Там она реально уже нексусная такая. То есть, если Imperium Galactica 2 это классическая ТБС-ка, там 4X, а-ля Master of Orion, тот же Endless Space и прочие, там, не знаю, там, что там у нас от парадокса есть, то Imperium Galactica 3 там вроде как это касалось только боев локальных, хотя я не уверен, но тем не менее вот реально игралось как Nexus. Ладно, я тут уже начинаю слова блудить, а это значит, что пора прощаться. Спасибо, что смотрели, лайки, подписки, шары и прочие штуки. Вам это будет приятно, мне это будет полезно. Обязательно заходите на Homeworld Russian Fleet, это наш Discord сервер, а если вы еще любите кооперативные игрища, то на кооператив Дружба. Все ссылки в описании, там еще есть ссылки на мои социальные сети, скажем так, соцресурсы. Не все они, к сожалению, работают, и я нахожусь вне зоны доступа, но телеграм-канал там какой-нибудь что-нибудь еще тоже можно подтыкаться. Вот, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще, и просто комментируйте, почитаем, поговорим. И в общем-то на этом все. Спасибо и увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре, дорогие товарищи. Всем спасибо и пока.